Итак, дамы и господа, как мы и обещали, сегодня в субботу в 15:30 мы продолжаем нашу акцию. Мы поощряем наших покупателей сборников анекдотов. Как всегда, в лототроне детских шариков, сегодня мы разыгрываем мобильные телефоны. Последняя цифра номера определяется первая, потом определяется предпоследняя цифра, потом определяется вторая цифра сначала и определяется первая цифра. Сегодня в розыгрыше участвуют номера от 0 до 2144. Книжечки, которые купили любители юмора, участвуют в розыгрыше. Мы определяем последнюю цифру номера книжечки, порядкового номера книжечки. Итак, девушка, как вас зовут? Сашенька, пожалуйста, подойдите сюда. Да, отдайте сумочку своей девочке, не бойтесь. Повернитесь ко мне задом. Смотрите туда в камеру, чтобы вы не видели, какой шарик вы достаете. Да. Вот отродье 10 шариков. От 0 до 9. Сейчас Сашенька определит последнюю цифру номера билета. Номера книжечки. Пожалуйста, номера порядкового номера доставай, пожалуйста, циферку. Итак, порядковый номер последней книжечки. Цифра 1. О, у Кати мобильный телефон зазвенел. Катя, быстренько ответь, потому что ты потом перезвонишь. Я дам деньги, чтобы ты перезвонил. Итак, последняя цифра порядкового номера книжечки 1. Так как у нас от 0 до 2144, поэтому мы этот шарик опять забрасываем в лототрон, закрываем лототрон, раскручиваем и определяем предпоследнюю цифру порядкового номера книжечки. Сашенька, открываем, опять доставай. Последняя цифра 2, а потом третью вытащишь, да? Молодец, Сашенька. Итак, предпоследняя цифра порядкового номера книжечки 2. Итого у нас две последние цифры, 21. Опять забрасываем шарик в лототрон, закрываем лототрон, раскручиваем, определяем вторую цифру сначала. Цифра от 0 до 9. Давай, Сашенька. Цифра 6. Вторая цифра порядкового номера книжечки, цифра 6. Сейчас мы определим первую цифру порядкового номера. Так как у нас куплено всего лишь книжечек от 0 до 2144, поэтому 2621 номера у нас просто не существует. Поэтому мы оставляем в лототроне всего лишь две цифры. От 0, то есть 0 и 1. Может быть 0621 или 1621. Поэтому достаем шарики. Да? Доставай, Саша, помогай. Еще раз повторяю, мы разыгрываем мобильный телефон. Ну-ка, подайте мобильный телефон, я хоть покажу, что мобильный телефон. Итак, мобильный телефон. Я специально заклеил название мобильного телефона. Это ваш мобильный телефон. Да, кстати, уважаемые дамы и господа, у кого совпало последние три цифры 621, тот обязательно выиграет комплект дисков, аудио и DVD. Пожалуйста, заходите на сайт, то есть 0621 и 1621 обязательно выиграли комплект дисков. То есть два комплекта дисков я сегодня дарю. Просто как подарок от себя, своим покупателям. Итак, ну что, 0, да? И еще нужно оставить цифру 1. Доставай все шарики. Ну, конечно, все. Мы оставим в лототроне всего лишь два шарика. 0 и 1. 3, давай. Больше. Господи, что же у тебя рука такая незагребущая, Сашенька? Достаешь побольше? Доставай еще, доставай. Так, цифру 2 убираем. 8 убираем. 5 убираем. 6 убираем. Так, Сашенька. О, молодец наш человек, цифры. Рука загребущая. Поднимай. Эй, так, что у нас такое? 0 оставляем. Что это у нас? И 1 оставляем. А остальные циферки мы убираем. Так, 2 шарика мы оставляем в лототроне. И сейчас мы из этих 2 шариков, смотри туда, смотри в камеру. Мы определим сейчас первую цифру номера, порядкового номера, который выиграет мобильный телефон. Давай, Сашенька. Итак, первая цифра. Цифра 0. Получается, номер 0621 выиграл мобильный телефон. Я вас поздравляю, уважаемые покупатели книжечки.
порядковым номером 0621 вы выиграли мобильный телефон. Если вы мне позвоните, зайдете на сайт, зарегистрируетесь, мы с вами встретимся, я обязательно вам вручу мобильный телефон. Дайте, пожалуйста, мобильный телефон. Это ваш мобильный телефон. Номер 0621, порядковый номер книжечки 0621, выиграл мобильный телефон. Еще раз повторяю, не выбрасывайте книжечки. Книжечки играют пожизненно. Минимум 50 раз в году. А те номера, у которых совпали последние три цифры порядковых номеров 0621 и 1621, вы обязательно выиграли мои авторские диски, DVD и аудиодиск. DVD, где 1,5 часа моих выступлений, и аудиодиск, где 2,5 часа выступлений. Спасибо вам большое, уважаемые дамы и господа. Приходите, покупайте книжечки, заходите на сайт, регистрируйтесь. Сегодня, к сожалению, выступление не получилось, потому что погодные условия небесной канцелярии сделали так, что народу на Дерибасовской нет. Но спасибо нашей Сашеньке. Саша, я возьму твою мужественную руку, целоваться мы не будем. А то еще, ты еще маленькая, 18 лет. Все, спасибочки. Всего доброго. Приходите на Дерибасовскую, покупайте книжечки. Приходите в субботу. В субботу я обязательно буду выступать и рассказывать анекдоты. Во время своих выступлений, рассказывания анекдотов, я всегда разыгрываю свои авторские диски и мобильные телефоны. Очень скоро призы будут улучшаться и будут разыгрываться нетбуки. А в следующем году я обязательно разыграю домик в Одесской области. Всего доброго!